Жидкий янтарь, красный непальский чай из ассортимента «Нитка Ти, Москва». Чай красавчик. Высокое содержание типсов в сухой заварке. Аромат сухой заварки на прогреве дыхания. Яркий, насыщенный, пряно-сладко-хлебный. По проливам. Берем 2,5 грамма и завариваем на 100-миллилитровую китайскую фарфоровую гайвань. Промывка 70% от нормы. Первый пролив 100% от нормы. Второй пролив 100% от нормы. Третий пролив 100% от нормы. Четвертый пролив 80% от нормы. Пятый пролив 60% от нормы. Шестой пролив 30% от нормы. Плюс непальских чаев – это их чистота. Фактически это плантационная органика. Чай в данном регионе мира только появляется, и нет нужды удобрять горные почвы, богатые минералами и полезными веществами. Так что технически нет никакой нужды делать промывку. Идеально чистый настой, даже на промывке. Без сора, мути, взвеси и осадка. Сит уже пакует чемоданы. Вкус заваренного чая хлебно-пряно-сладкий. Аромат заваренного чая хлебно-сладко-пряный. Чистый, бездефектный. Чай отлично продержал проливы. Полная защита от дурака. Чай можно заваривать даже кипятком с настаиванием, и он все равно не перезаваривается. Идеальный вариант для бутылок боросиликатного стекла, для заваривания чая в дорогу, to go. Мягко пьется, в горле не застревает. Всем спасибо за внимание, всего доброго, до свидания.